Друзья, всем привет! С вами Николай, и я рад вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня на обзоре будет золотая монета Германской империи. Давно золота не было. Вильгельм, король Пруссии перед нами, бородатенький, монетный двор. А гурт красивый, но посмотрим на него попозже, что мы здесь видим. Монетка чуть-чуть подбитая, есть ударчики, есть затертости на гербе, 20 марок 1872 года. А вот на гурте у нас стандартная надпись идет «Бог с нами, год мит унс». Красивая монета, дорогие друзья, но совсем она не редкая. Тиражи монет такого рода были огромные, у этой более 7 миллионов штук. То есть представьте, огроменный тираж на самом деле. Выполнена она из золота 900-й пробы, чуть меньше 8 граммов она весит, а чистого золота в ней чуть больше 7 граммов. Вот такой вот красавец Вильгельм, дорогие друзья, пополнит мою коллекцию. Чуть-чуть поцарапан, но ничего, дорогие друзья. Пусть моя и ваши коллекции пополняются. А самое главное, пусть будет мир во всем мире, дорогие друзья. Всех нам благ, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.